Я всех приветствую. Всем добрый вечер. Меня зовут Алексей Тарасов. И сегодня мы с вами поговорим о архивировании данных в PHP. Немножечко полезной информации для тех, с кем вдруг мы еще не успели познакомиться. Я работаю в центре специалист уже более 5 лет и веду курсы по веб-направлению. В том числе целую линейку курсов по PHP. Начиная с уровня первого. И буквально месяц назад я официально заявил, что веду курс 4-й PHP, так, чтобы в ряду пополнился. Первые 4 уровня PHP. Поэтому, естественно, наш вот этот вот вебинар, он призван показать, что, во-первых, PHP еще держится, у него есть еще замечательные функциональные возможности. Ну и если вдруг вам понадобится, вы всегда можете пройти курсы по PHP у нас в центре специалистов. Следующий момент. Я уже несколько раз за сегодня, несколько раз упомянул о том, что мы говорим об архивировании, потом сказал, что мы говорим о сжатии, а вообще-то это немножко разные понятия. Чем они отличаются? Под сжатием понимается информация такое действие над этой информацией, что она начинает занимать меньше места. А что такое тогда архивирование? Архивированием называется ситуация, когда мы эту сжатую обычную информацию располагаем в какой-нибудь файл или в какой-нибудь хранилище. Ну, то есть все очень просто. Это два действия. Сжали раз действие, заархивировали два действия. Первое, второе. Правильно? Можно ли заархивировать не сжатые какую-то информацию, не сжатую? Да, конечно. Но так обычно в программном мире не делают. Это делают где-то в библиотеках, там еще. Но мы с вами будем затрагивать сегодня и тот, и другой вопрос. И сжатие, и архивирование. А где может пригодиться работа, которую мы проделаем сегодня на вебинаре? На слайде четко видно, что, во-первых, для каталогизации данных. В любом проекте можно найти такую сферу, такую область, в которой вы хотели бы взять все данные проекта и разложить по полочкам. А эти полочки, соответственно, должны храниться как-то компактно и иметь возможность перемещаться с места на место. То же самое касается и резервных копий. Это могут быть резервные копии e-mail'ов, это могут быть резервные копии ваших работающих сайтов, это могут быть резервные копии каких-нибудь сервисов, которые хранят и файлы, и результаты обработки каких-либо данных нашими пользователями. Это могут быть отправки отчетов. Представьте себе, что у вас есть замечательный сервис, на котором хранится много информации, у вас много людей, сотни тысяч, каждый что-то делает, и вы хотите вечером получать файл, который весит 10 мегабайт, а может быть еще больше, давайте побольше, чтобы было эффективно, 100 мегабайт. 100 мегабайт текстовых данных – это много. Вы можете сжать перед отправкой на почту эти данные с сервера, отправить, и у вас придет такой компактненький архивчик, ну и так далее. Работа с дампами баз, загрузка данных на сервер. Частая проблема, которая возникает у разработчиков. Я хочу загрузить очень много, опять же подчеркиваю, текстовых данных на сервер. Что делать? Вариант А. В лоб загружать там через FTP или через форму PHP-шную. Вариант Б. Запаковать все в архив, либо опять по FTP, либо через PHP. Кстати говоря, а зачем нужно изучать архивирование, если есть там под рукой RAR или ZIP архиватор? А затем, что некоторые вещи очень удобно делать в автоматизированном режиме, когда они выполняются на автомате или на полуавтомате. Вот буквально пару месяцев назад я столкнулся с задачей. Задача включала в себя парсинг одного из сайтов. Я не буду сейчас вдаваться в подробности какого. На этом сайте периодически в приложениях документов находились архивы. И моя задача была такая: скачивать все архивы, которые там найдутся, распаковывать их и находить информацию, которая есть в этих распакованных файлах. Сначала давайте мы поговорим о том, как вообще в принципе, в чем заключается идея сжатия. Буквально
прошлом году, в конце лета 2015 года, мне на глаза попался журнал. Может быть, кто-то слышал, знает PHP Arch. Это журнал с мировым таким именем. Он является периодическим и предназначен для PHP-разработчиков. И, в общем-то говоря, то ли в августе, то ли в июле пришел один из журналов, содержащий заметку об архивировании данных. В этом журнале очень популярно, доступно для тех, кто знает English, было рассказано о парочке алгоритмов сжатия. Вот. Но основная линия, основная, так сказать, красная линия, она проходила по алгоритму сжатия под названием zlib. В основе этого алгоритма лежат еще другие два алгоритма. Один из них это LZ77, другой из них это алгоритм сжатия Хаффмана. Алгоритмы очень интересные. Я хотел бы парочку примеров из этого журнала сейчас вам совсем буквально на пальцах показать, рассказать, чтобы была ясна идея, как это все устроено. И, может быть, кто-то задумает когда-то написать свой алгоритм и будет варьировать разные способы. Итак, в чем идея алгоритма LZ77? Основная идея такая. Мы находим в искомой строчке, которую хотим заархивировать, какие-то повторяющиеся слова. Вот эта вещь, которую вы видите, с одним из жирных слов, она предполагает, она означает строчку, которую мы хотим заархивировать. Ну, опять же, видите, в терминологии надо быть аккуратным, не заархивировать, а в первую очередь, что сжать. Это алгоритмы сжать. Вот. Мы смотрим, как ее можно сжать. Основная идея сжатия – меньше места, чтобы занять. Слово background, оно встречается здесь два раза. Я постарался пример привести. На самом деле в практике, если вы, например, пишете CSS код, а потом хотите его сжать, оно может встречаться и больше раз, в десятки раз больше. Соответственно, идея алгоритма такова. Мы просматриваем слова в этой строке, где-то их запоминаем, возможно, рядом, а потом, когда при просмотре мы встречаем слово, которое уже раньше встречалось, мы на это место подставляем какие-нибудь символы-разделители, ну, например, угловые скобки. И дальше мы говорим, например, какое месторасположение, с какого места у нас начинается слово, которое должно стоять вот тут. Вот тут стоит цифра 16, число 16. Что это означает? Это означает, что если мы будем просчитывать вот эти вот все буквочки, ну, давайте с единицы, можно с нуля посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. С нуля. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. С пробельного, все правильно, с пробельного символа, с единицы тут считается. С пробельного символа до буквы D у нас вот этот фрагмент заполнился. И, соответственно, 16, 11, вот сюда подставится слово background. То есть теперь программа, которая сжимает и разжимает, встретив вот такой фрагментик, она вернется к этой позиции, прочитает его, эту позицию, это слово, и подставит на место вот этих разделителей. Понятно, если у вас тут будет слово не background, а, например, CSS какой-нибудь, или более короткое, правда, да? То в этом случае обозначения цифровые могут занять больше места, чем непосредственно само сжимаемое слово. Но я для примера выбрал специальное слово побольше, background. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Плюс еще с вот этим пробелом 11. 11 символов. Они занимают сколько байт? При однобайтной кодировке они занимают 11 байт. А вот эти разделители сколько занимают? Если считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Они всего занимают 7 байт. Вот и считайте, какова продуктивность сжатия вот подобного алгоритма. С LZ77 все понятно. Да, и я совсем забыл сказать, почему LZ77 называется LZ77. В общем, LZ это по имени двух разработчиков этого алгоритма, а 77, если память мне не изменяет, это по году создания
Вообще этот алгоритм был создан в 1977 году. Можете себе такое представить, да? 77 год. Следующий алгоритм. В чем идея? Представьте себе, что мы хотим сжать вот эту строчку Hello World. Ну, она знакомая всем, потому что все когда-нибудь программировали. Сколько бит занимает эта строка? Всего получается 11 байт. Получается, что у нас слово Hello World занимает 88 бит. Некоторые слушатели у нас на курсах начального уровня говорят, ну и стоит тут заморачиваться. Конечно, если речь идет о больших объемах информации, то это очень важно. По алгоритму Хаффмана у нас символы выстраиваются в некоторую таблицу. И каждому символу мы назначаем некоторый вес. Здесь в рамках меры веса принята встречаемость каждого символа в этой фразе. Буква L встречается в этой строке 1, 2, 3 раза. Буква О встречается сколько? 2 раза. Все остальные встречаются по одному разу. И если внимательно прочитать алгоритм, то он подробно объясняет, что наиболее весомым буквам должен быть назначен код, состоящий из наименьшего количества нулей единиц. Ну, мы вспоминаем, нули единицы, указания на биты, да, и так далее. Значит, букве L назначается код 1,0. Алгоритм очень подробно объясняет, почему можно поставить 1,0 и почему это не будет воспринято как некоторая другая буква. Точно так же он подробно объясняет, почему мы не можем у самой часто встречающейся буквы написать там один знак в данном случае, когда у нас вот такое слово. И теперь, когда у нас каждая буква помечена определенным кодом, если мы посчитаем количество бит, которые занимаются для указания вот этими кодами самой фразы, то у нас получится 32 бита. Итого выигрыш в весе более чем в 2 раза. Тут 88 бит, а вот тут 32 бита. Вот такая вот идея алгоритма Хаффмана. Но это, конечно, все хорошо. Хотелось бы поскорее перейти к практике. Значит, что нужно минимально для работы? Во-первых, понадобится работающая сборка или работающий сервер с PHP. Вот. Во-вторых, понадобится несколько файлов. Структура файловая должна быть следующей. У меня здесь лежат 4, 1, 2, 3, 4 текстовых файла, файлов с решения txt. Файл compression PHP содержит куски кода, которые после вебинара всем будут доступны. И также здесь еще лежит заранее приготовленный RAR-архив для экспериментов. Ну и мы переходим не спеша к практической части. Просьба все внимание перенести сейчас вот сюда. Итак, значит, что у меня сейчас есть под рукой? Браузер с открытой страничкой уже запущенной. Следующая структура папок и непосредственно файл compression PHP. Значит, еще раз пробежимся по тому, что тут есть. Значит, первая рабочая лошадка, которая нам понадобится, это текстовый файл. Файл txt. Внутри этого файла txt, он мне запустился в блокноте, лежит стандартный реферат с сервиса Яндекс.Весна. Если кто-то не слышал про этот сервис, пару слов. Это генератор безумных рефератов. Ну, то есть генератор псевдонаучного текста. Вот этот реферат взят оттуда. Это обычный текстовый файл, тут ничего такого особого нет. В файле arch.txt лежит несколько строк. Слово текст, текст, тест и несколько строк. В файле arch4 лежит у нас текст, очень удобный для сжатия. Конечно, я тут схитрил. Я здесь расположил не какой-то фрагмент реальной базы там, или статьи,
А здесь есть очень удачный для сжатия текст, все содержимое параграфа текста. Ну, показать крайние возможности вот этого архиватора. И здесь лежит обычный файлик, кстати говоря, содержащий HTML-элемент с названием Mark. Я надеюсь, все помнят, что Mark подсвечивает некоторый текст желтым цветом, выделяя его как маркер, как офисный маркер желтый. Итак, уважаемые слушатели, первым делом мы с вами познакомимся с тем, как записывается архив GZ в PHP. Ну, первым делом надо сказать, что, конечно, мы будем сейчас использовать библиотечку, которая называется zlib. Эта библиотечка по умолчанию обычно включена в поставку Open Server. И если вы будете экспериментировать на своем хостинге, то убедитесь, что эта библиотека включена. Подробная информация о возможных вариантах сжатий есть на сайте PHP.NET в разделе Compression. Ну, только, наверное, не здесь, а это у нас функции начали искаться, да? Давайте вот так вот найдем. Compression PHP. Compression PHP. И если заберемся, то увидим, что для сжатия используются ZIP2, некоторые алгоритмы, ZF, PCHAR. Это относительно нововведения PHP, это родные PHP архивы. RAR, ZIP и zlib. Так вот, речь пойдет об этой библиотеке zlib. Я о ней сейчас буду вам рассказывать. Ну что ж. Первым делом мы собираемся с вами записать файл txt, вот этот файл, в архив. То есть провести сразу две операции. Во-первых, сжатие, а во-вторых, непосредственно архивирование. Смотрите, как мы это делаем. Мы готовим два названия файла. Первый – исходный файл txt. Второй – это файл, который будет архивом. И те, кто был на втором уровне, сразу поймет. Те, кто не был еще, потом познакомится. Получаем содержимое текстового файла при помощи функции file_get_contents. Это обычное стандартное получение всего текстового содержимого. Соответственно, внутри дата, что у нас сейчас лежит? Тот самый безумный реферат. А дальше посмотрите, как просто строится работа. Мы вызываем стандартную функцию JSON-код. Эта функция, одна из тех функций, которая позволяет кодировать содержимое. Вот один из вопросов. Да. Для первого или для второго уровня? На первом уровне уже тоже можно, получается, закодировать строчку, зная эту функцию, просто покопавшись в документации. Как она работает, эта функция? Ну, во-первых, в нее помещаются первым аргументом данные, полученные из файла. Раз. Во-вторых, вторым параметром помещается степень сжатия. 9 – это максимальное сжатие. Работает дольше, но сжимается лучше. Вы можете выбрать любой параметр от 2 до 9, какой угодно вам нравится. Я взял 9. И потом результат сжатых данных помещается в файл с названием txt.gz, и в него записываются сжатые данные. Ну, мне достаточно сейчас обновить страничку. Кстати говоря, я сейчас внесу некоторое нововведение. Я покажу вам, как он этот сжатый фрагмент будет выглядеть, будет виден на страничке. Значит, смотрим вот сюда и вот сюда. Внимание, поехали. Что мы видим? У нас распечатался здесь сейчас. А что у меня распечаталось-то? Не архивировано. 5.25. Я распечатал не заархивированные данные. Но вот тут что появился? Файл txt.gz. Ну давайте для чистоты эксперимента все-таки еще раз повторим. Это я принесу в gzip вот сюда, чтобы мы увидели, как он виден в браузере. Дынс. Ура! Мы видим с вами нутро сжатых данных. Вот так вот они выглядят, эти сжатые данные. А вот он архив. Сжатие, архив. Ну хорошо. Теперь давайте посмотрим объемы файла. Файл txt занимает у нас сколько? 1,4
95, не 1,95, неправильно. 2004 байта. Правильно? 2004 байта, вот он, 2004 байта. А сжатый занимает сколько? 787 байт. Грубое приближение подсказывает нам, что почти в три раза сжался этот псевдореферат. Трехкратное сжатие говорит о том, что вы можете в три раза места меньше тратить на хранение каких-либо данных. Теперь, когда мы это дело все с вами записали, нам нужно прочитать эти данные. Чтение данных, оно с этой библиотекой тоже достаточно просто происходит. Если в первом случае мы кодировали, то в втором случае мы должны что делать? Декодировать. Я прописываю название файла, файл text.tgz, получаю из него данные, декодирую и сразу распечатываю. Топс, вот он реферат, у нас сразу в браузере. Это декодированные данные. Это не из файла txt прочитано, это прочитано из уже из архивированного. И также мы его можем открыть как? Через обычный WinRAR, вот он этот файл. Вот он лежит. Мы его только что сами кодировали. Ясная идея? Как-то так. Вот. Ну, опять же, вот кто сейчас какие-то проекты ведет или там планирует, сразу себе может на заметку прикинуть, ага, я могу архивировать с помощью ГЗ, я могу разархивировать, полный функционал у нас есть. Ну хорошо, хорошо. Есть еще один интересный архив, он точно часто используется, мы иногда даже там в Windows собираемся там работать, да, и можем захотеть создать архив зиповский. Так вот, пару слов о том, как происходит работа zip-архива. Но у меня маленькая новость. Этот пример мы будем смотреть не при помощи функциональной разработки, а при помощи ООП, объектно-ориентированного программирования. Если вы раньше никогда не сталкивались с объектно-ориентированным программированием, то я должен сказать, что, во-первых, это тип данных в чем? PHP, это раз. Во-вторых, он использует такие понятия, как работа с объектом, с классом, с методами и так далее. Общий принцип работы с подобными классами происходит следующим образом. Если у вас в системе подключено расширение zip, то вы можете создать класс при помощи new zip-archive в круглые скобки. Что получается в результате, хранится в переменной zip. Переменная zip хранится теперь объект этого класса. О чем это говорит? Ну, во-первых, это говорит о том, что при желании мы можем зайти с вами в документацию и посмотреть, какие функциональные возможности есть у этого класса. Добавить файл. Добавить строчку, добавить что-то по шаблону, закрыть соединение и так далее. Куча этих методов и классов. Ну, для тех, кто не привык работать с методами и классами, методы – это те же самые функции, но только работающие вместе с объектом. Так вот, в чем идея? Смотрите на этот код. Я объявляю константу archzip. У меня сейчас никакого архива archzip нету. Это просто константа. Создаю новый объект. А дальше я говорю, открыть архив с вот таким вот названием, OpenArchive, с флажком, ну это еще не флажок, а константа, флажок константа. ZipArchive Create. Поясняю, у многих классов есть свои константы. Как в JavaScript у объекта math есть константа pi, так, например, и у ZipArchive есть константа create. Вот этот метод пытается создать архив zip. Если у нас архив не создается, то есть результат работы open не возвращает true, то мы печатаем грустную вещь, что невозможно открыть архив. По каким причинам это может произойти? Ну, например, битый, там, нету места на диске. Например. Да?
Там, или там у нас там какая-то проблема с записью, то есть у нас нету прав на запись и так далее. Вот. Но если все хорошо, у нас создается вот здесь вот archzip, а дальше, используя методы этого объекта, я добавляю данные. Опять же, я постарался сделать так, чтобы дома, кто возьмет вот этот код, смог разными способами добавлять данные. Смотрим, первый вариант. Добавление данных при помощи метода addFromString. Значит, смотрите, как работает addFromString. Первый аргумент этого метода получает название файла, как будет называться файл с данными, которые мы добавим. Еще раз подчеркиваю, файла самого быть не обязательно, должен быть. Главное, ну, как мы его назовем, как он в архиве укажется. Как я называю файл? Я называю time, текущее время. И склеиваю это с arch-текстом. То есть файл будет называться там 1.4.2.8.0.5.6.7.8 arch.txt. А внутри него будет лежать вот такая строчечка. Второй вариант. Ну, в принципе, то же самое. Time arch, но только с другим названием. И знакомая нам функция file.getContents, которая берет содержимое файла txt того реферата и помещает файл с новым названием. И третья операция. Берется явно текстовый файл и помещается в этот архив. Ну, то есть в результате работы этого скрипта у нас сейчас там появится раз, два, три, минимум три архива. После этого мы распечатаем, сколько файлов у нас получилось и каков статус работы. Ну, давайте посмотрим, что получится. Так, у нас там закомментировано все дальше. Да, все закомментировано. Поехали. Файла получилось за архивировано 3, статус 0. Можно посмотреть потом по документации, что это означает. А мы видим, что у нас появился zip-архив. Ого-го. Забираемся внутрь. И что же мы там видим? Мы видим три файла. Три заархивированных файла. Давайте посмотрим, что в каждом. Проверяем первый. Это тестовая строка, добавленная как arch. Вот эта часть. Проверяем второй. Это содержимое файла file.txt. Проверяем третий. Arch.txt. Это сжатие вот тех удобных данных, которые были подготовлены заранее. То есть, я вас поздравляю, эксперимент прошел удачно. Да, вот он есть. Ну что ж, как минимум записывать архивные данные мы сможем. Кстати, в большинстве случаев это будет самое распространенное действие, которое будете выполнять. Ну а следом мы с вами должны сразу же научиться распаковывать подобные архивы. Уважаемые слушатели, а что такое распаковка, я не сказал. Распаковкой будем называть сейчас извлечение данных из архива, соответственно, в файловую структуру, без показа в браузере какой-либо особой информации. Все то же самое. Создаю архив, раз, открываю его по названию, то есть у меня будет открываться вот этот архив. Нельзя вот этот кусочек кода выполнять без выполненного первого, иначе что он будет распаковывать? А потом вызывается метод extractTo. Если посмотреть на документацию, то extractTo извлекает содержимое архива. Одна функция, один метод этого объекта все распакует. Проверим, что получается. Tdens распакована в test.zip папку, пишет он мне. Вот здесь оказывается test.zip папка, а здесь опять те же самые данные. Остается самый главный вариант, самый главный момент – это чтение. Чтение нашего архива. Значит, как происходит чтение? Ну, с чтением, конечно, тут будет самое интересное. Я, честно говоря, давно этот кусочек кода писал, но тут он богатый получился. Берем тот же самый архив, проверяем, если он есть, то открываем его. Обратите внимание, тут вдруг я перехожу на какой синтаксис? Функциональный, процедурный синтаксис, абсолютно верно. Опять же, это говорит нам о том, что читать архивы вы можете даже без всяких там ООП. А зачем? Взяли, достали, посмотрели и так далее.
Итак, zip-open открывает архив с таким названием. Zip-read читает отдельный элемент архива. Дальше тут же идет проверка, является ли папкой или файлом этот архив. Чернарный оператор помогает нам показать, что это папка или файл. Печатается название файла, метод сжатия, уровень сжатия, это все не важно. Самое главное здесь это zip-entry-read. Я еще раз поясню, entry это некоторая сущность, это некоторая запись в архиве. Это некоторый фрагмент архива. А соответственно zip-entry-read, он читает этот момент архива, и мы его благополучно можем распечатать. Запускаю на станичке. Давайте посмотрим. Ресурс номер 3. Это, соответственно, тип ресурса у нас вспомогательный. Это файл у нас. Название файла мы помним, совпадает. Метод сжатия deflated. Периодически в интернете можно встретить. На название алгоритма сжатия. Метода сжатия. Уровень сжатия 70. Вот эта строка имеет уровень сжатия 70. Размер файла 80 байт. То же самое с файлом arch2.txt. Ну и еще у нас тут еще один файл идет. Какой? arch4. Обратите внимание, что у нас не все содержимое показывается, да, то есть там читается какое-то фиксированное количество байт. Вот. Ну, если память не изменяет, то у этого метода и у этой функции zip-entry-read есть еще аргументы, которые контролируют, а сколько байт нам нужно прочитать из этой записи. То есть, посмотрев, где это пишется, мы можем указать там 2000, 3000 там. Или вообще взять и сказать весь объем файла, там, запаса и так далее. И вообще число огромное указать, он будет у нас показывать нужный фрагмент. Вот так происходит чтение zip-архива. Ну и есть еще один тут примерчик очень интересный. Вот. Но с этим примером, я боюсь, сейчас будет связана некоторая сложность. Вообще я планировал показать еще и как читается RAR-архив. И даже заранее его подготовил вот здесь. Но есть маленькая проблема. Когда я готовил вебинар, я столкнулся с тем, что код работы с архивом RAR у меня не стал работать. Недолгий гуглинг помог найти проблему. На самом деле, оказывается, архив, точнее библиотека, связанная с RAR, она не входит обычно, сейчас попробую показать, не входит обычно в стандартный пакет PHP. И если вы откроете документацию, то вы обнаружите, что расширение RAR в настоящее время доступно в Pekkle. Поясню. Пеклом называется некоторое хранилище PHP расширений, которое позволяет, подключив библиотеку или там отдельные плагины, заставить ее работать. Вот. Но рассказ о библиотеке Pekkle и о установке дополнительных модулей мог бы занять еще большее время, поэтому я озадачился. Проблема была найдена следующим образом. Я либо на этой страничке, либо где-то в сети нашел такие, да, по-моему, даже как бы не здесь. Да, по-моему, даже здесь. Нашел библиотечку, вот она, версия 3.0, например, стабильная. И что там? DLL для винды, под виндой работаем, демонстрация тоже под виндой идет. Вот. Установил себе, отладил дома и стал счастливо ожидать, когда наступит мне время проведения вебинара. Но сегодня, когда я пришел на занятие, кинулся, я обнаружил, что либо я из дома взял не ту версию библиотеки, не для той версии PHP, либо, в общем, короче говоря, RAR не заработал. Так что сейчас будет эксперимент в режиме онлайн. Если вдруг не получится, просто ищите способы правильно подключить вот эту библиотеку, и тогда все будет хорошо. Итак, я скачиваю версию 3.1. Почему 3.1, а не 3.2? 3.1, на самом деле, я лихорадочно пробовал уже до вебинара запустить, у меня почему-то не словилось. Поэтому пробую 3.1. Так, значит, он у меня спрашивает, смотрите, какой режим работы вы выберете? 5.4 not read safe или 5.4 read safe? Я огорчен. Я огорчен, потому что все примеры с zip-ом и с zlib-ом я вам показывал на версии PHP 5.6, потому что на OpenServer по умолчанию у меня сейчас стоит именно 5.6 версия.
Ну что ж, давайте немножко отступим от, так сказать, хорошей работы. Переключаюсь на 5.4, Apache 2. Сервер будет перезапущен. Перезапускаю сервер. Сервер перезапускается вполне успешно. И теперь меня беспокоит, в каком режиме работает мой сервер. TriAdSafe или Not TriAdSafe. Эта настройка очень серьезно влияет на что? На то, какой плагин, на то, какую библиотечку мне нужно скачать. Мы видим, что TriAdSafety включен. Это означает, что мне понадобится что? Вот этот вот вариант. TriAdSafe TS86. Попробуем его скачать. Когда он у меня скачивается, я его распаковываю. 5.4 распаковать. Ну, вы видите, это уже не первый сегодня вариант. Вот он, 5.4. И вот тут я нахожу PHP RARDLR. В Open сервере есть вот такая вот папка под названием Modules. Оно? Заходим в Modules. Тут ищем PHP. И находим ту версию, которая нам нужна. А нам нужна версия 5.4. В версии 5.4 мы находим с вами раздел под названием Ext, расширение. Мы видим, что все расширения здесь носят похожее название PHP что-то.dll. И мы видим, что здесь нету библиотечки RARDLR. Я ее вот сюда вставляю. А после этого логично перезапустить наш OpenServer. И вот теперь смотрите самое интересное. Сейчас уже даже до запуска скрипта будет понятно, заработает у нас это или нет. Я запускаю информацию о PHP. И если вот тут у нас сейчас этот плагинчик RAR покажется, все получилось. Уже почти все получилось. А если не покажется, то и скрипт запускать смысла нет. Запускаю RAR. Холодно пока что. Это не тот RAR. Еще раз RAR. Libre, это не то. Это не то. Это не то. Начинаю переживать. PCRE это не то. PDO это вообще работа с базой. SQLite это не то. XML RPC это не то. И последнее, товарищи. Наш плагин сейчас упорно не установился. Итак, мы попробовали еще один вариант. Мы забрались в конфигурационные файлы Apache. Шаблоны конфигурационных файлов. После этого внесли в PHP INI PHP RARDLL расширение. После этого перезагрузили сервер. Остановили. Запустили. И опять же проверили, какая версия у нас стоит. Версия у нас стоит 5.5. Так, я, честно говоря, забыл, я перезапустил или нет. Перезапускаю еще раз. И смотрим. Смотрим, какие настройки документации у нас тут появились. Ну-ка. RAR. О, 18 RAR-а! Ура! Итак, смотрим. Там-там-там-там-там-там-там-там-там. Товарищи, я вас поздравляю, RAR доступен. RAR доступен. Хорошо. Теперь я забираюсь куда? Теперь я забираюсь на наш сайт. И дальше происходит самое интересное. Вот этот архив. Файл RAR, он содержит текстовый файл того же самого реферата. Моя задача запустить код, который будет этот архив читать. Как и в случае с ZIP, у нас происходит что? Работа с объектом. Но обратите внимание, если с ZIP мы с вами создавали новый экземпляр объекта, то вот здесь у нас получается, вызывается метод у класса. Такое бывает иногда в объектно-ориентированном программировании, не стоит удивляться. RAR Archive Open открывает архив. Если открытие произошло с ошибкой, мы прекращаем работу скрипта. А вот если все нормально, мы получаем get entries, все записи внутри. Опять же, посмотрите, даже терминология, она похожа. Да? И если записи найдены, количество их узнаем и в цикле пробегаемся по каждой записи. Извлечение самой записи происходит при помощи метода extract. Проверим, что у нас получилось. Найдена одна запись. RAR entry – это формат объекта в архиве. Файл txt. И дальше пошел потом кусочек информации.
Можем читать RAR, мы даже с вами и RAR читать не можем. Но наш бы рассказ был бы не полон, если бы мы не добавили бы ложку дегтя в эту замечательную бочку меда. А именно, вы не сможете легко и просто архивировать RAR-архивы, потому что для этого нужны дополнительные действия. А именно, методов нету таких, и функций нету таких для архивации. Кто у нас был на первом курсе, они знают, что есть специальная команда запуска утилиты консольной. Да? Это происходит при помощи двух обратных кавычек. Двух обратных кавычек. Так вот, если вы установите на вашем сервере утилиту RAR, ее установить не просто там библиотеку, а саму утилиту там RAR, RAR.exe, прописать нужные флажки, их может быть много, 2, 3, 5, 10, да, и запустите это, вот тогда у вас получится архив RAR. То есть только через консольный вызов. Вот такой пример. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, это не так удобно, как с предыдущими вариантами, с одной стороны. Но с другой стороны, это гораздо круче, когда ничего. Поэтому вот так. Ну и, соответственно, если нужно, чтобы у вас еще какие-то другие архивы работали, забирайтесь на PHP.NET, забирайтесь в раздел Compression, и там находите все нужные варианты работы с архивами. Обратите внимание, у нас не попал в рассказ фрагмент работы с архивом PHR, но он у нас на одном из уровней PHP рассматривается, поэтому мы его не затрагиваем. Основная часть, которую я хотел рассказать, я рассказал. Я хотел бы дать ссылку на страничку, где лежат все материалы. Там есть и структура исходного кода, там есть и кусочки кода какого непосредственно PHP-шного. Вы можете их скопировать и попробовать у себя на практике. Всем огромное спасибо. У нас на сегодня.